Французский телеканал «Франс-2» признал свою ошибку в сюжете, связанном с украинским конфликтом. В репортаже журналисты рассказывали, что российские войска якобы производят регулярные обстрелы мирных объектов. В качестве доказательств приводилось изображение ракеты, которая застряла в крыше жилого дома. На самом деле это была обычная труба. В комментариях на подлог оказали возмущенные зрители. Канал извинился, правда, не в эфире, как того требует журналистская этика, а в Твиттере. Там опровержение откровенного фейка увидит гораздо меньше зрителей.